Good morning, good morning. Good morning to you. Good morning, good morning. I'm glad to see you. Привет, everybody! Меня зовут Даша Скачко, и я English teacher. Английский для дошкольников. Это всегда игра. Правила игры должны быть максимально простыми, а игра эффективной. Итак, какой самый доступный материал для игры, который есть у любого преподавателя и даже, возможно, у вас дома? Это flashcards. Они очень простые, игр с ним очень много, и купить можно абсолютно везде. Итак, с чего начинается каждый урок? Каждый урок начинается с разминки. Это двигательные упражнения. Так почему бы не добавить к этим двигательным упражнениям повторение слов? А может быть, мы можем выучить новые слова? Игра максимально простая. Прыгнул на карточку, назвал слово. Pink. Pink, pink, white. Purple. Вот color. Good. Red. Blue. Yellow. Ага. Brown. Purple. Black. Black. White. All right. Blue. Blue. Green, pink, purple, red, blue, ага, brown, black, white. Мы всегда даем нашим деткам право выбирать, куда им идти, направо или налево. И для этого также существует игра с флеш-картами. Добавляем обручи. Внутрь обруча раскладываем карточки. Ребенок стоит на старте. Задача дойти до финиша. А уж с какой стороны обходить карточки в обруче, ребенок решает сам. В зависимости от того, какие картинки он знает, так как каждую карточку нужно обязательно назвать. Или же какие у него предпочтения. Возможно, он любит каких-то животных или какие-то цвета больше других. Blue. Blue. Step up. Okay, okay. White. White. Please step. Оп. Brown. Orange. Green. Yep. White. White. Blue. Blue. Purple. Purple. Pink. Black. Yep. Yes. Brown. Step. Оп. Окей. Okay. Attention. White. Pink. Pink. Black. Окей. Еще один вариант игры с флеш-картами – это выбор указанной карточки. При этом карточку может называть преподаватель, а ребенок выбирает карточку и несет, например, сортировать, если карточки разных групп. Или мы можем использовать прищепки для улучшения еще и motor skills. Please put it on the strap. Окей. Okay. Next one. One pin. Kid, kid. One pin. Find, please. Find, please, sheep. It's a ball. Указывать на карточку должен не обязательно преподаватель или мама, находящаяся рядом с ребенком. Возможно, это будет диктор с экрана. Natural speaker. Таким образом мы тренируем восприятие на слух иностранного языка, английского, и погружаем ребенка в языковую среду. Dog. Нет дога. Закончился. No one dog. Duck. Duck. Утки есть. Это те? Yes.
Миди, вот! Ага. Вот еще. Угу, quickly. А это утка? Donkey. Yes. Donkey. Donkey. Играйте с нами, развивайте деток правильно, ведь наши дети могут все.